Я как-то готовился к экзамену, вся ночь не спал. Рано утром собирался и пошел в университет. На занятии я засыпал, и вдруг преподаватель мне сказала: «Не клюй носом на занятия». Я точно тогда не задумался, но теперь мне вот интересно, что она хотела этим сказать? У меня не нос, а клюв, как у птиц. Клевать носом, опускать голову, забывшись, задремав на мгновение, сидя и стоя засыпать, совершать резкий наклон вперед и вниз. В жизни мы часто слышим фразеологизм «клевать носом». Что же означает этот фразеологизм? Это значит «засыпать стоя или сидя». Фразеологизм родился от сравнения с птицей, которая клюет зерно. Когда она клюет зерно, она опускает голову вниз. Вот так и человек, который засыпает, голова у него падает вниз. Этот литературный прием часто использовали разные авторы. На моем языке, арабски, можно было сказать таким образом: «Якфика науман хилаля аль-хасса».